Выдавил из головы, перешел за ногу, очень красиво, технично перешел за ногу и пытается перевести это, Султанов поднял. Вот мог сейчас бросить на 5 баллов, но перевел только на балл. Джумал в этой завязке борется, видите, он отдает ногу, он гибкий, сейчас растянется шпагат. У него есть такое положение, где он комфортно все это пытается бросить, потом задел его сверху. А судья дает свисток. Перерыв 1-0. Вырвал, перерыв вырвал Виктор Лебедев. Ну, очень здорово прошел за ногу с головы, технично скомбинировал. Я думаю, что вся борьба впереди, Джумал будет бороться до конца, потому что парень волевой. Витя сделал сейчас хороший задел, Лебедев один период выиграл, как бы более-менее сейчас у него состояние психологическое. Джумалу надо обострять борьбу, потому что собрано борется Лебедев, видите, захваты все такие, как бы на пол захвата, особенно низко. Вот Джумал пошел свой любимый захват рукой снизу, пытается зайти плотный захват на бросок, но Лебедев спокойно с дистанции встречает его, видите, не дает пойти в плотный захват. Я думаю, сейчас вот смотри, Лебедев будет атаковать буквально еще, будет атаковать проходом за ноги, потому что знает он слабые места Атар Султанова. Видите, борьба как-то вялая становится. Вот это самый опасный момент для Атар Султанова, где-то он раскроется. Поэтому нельзя проваливаться, видите, проваливаться, когда на противника начинает напирать. Вот сейчас, видите, он провалился, сейчас. Что Лебедев не достал ногу. Провалился Джумал сейчас. Вот аккуратно надо выталкивать здесь. Даже в середине ковра, потому что вы знаете, любой выход за ковер — это техническое действие. 4-я минута схватки. Джумал обострять надо. Надо обострять, чтобы выиграть финал. Видите, просто накладывает руки противнику на плечи и на шею, где ему надо активно двигаться руками. Вот это здорово делал у нас Буварсай Сантиев, который умел раскрывать грамотно. Я думаю, что это жеребие здесь не должно дойти. Витя должен попытаться атаковать еще раз, потому что Джумал сейчас идет более-менее открыто. Очень здорово такой вот контратаками Лебедев, поэтому будет атака. Я думаю, что будет атака, потому что есть смысл рискнуть в конце периода. Или будет жеребий. То есть я думаю, что Лебедев рискнет. Вот перерыв, пожалуйста, жеребий. Сейчас мы посмотрим. Второй по правилам борьбы красный борец берет жеребий, но все может быть и в другую сторону. Это лотерея, поэтому давайте посмотрим. Очень волнительный момент. Зрители все волнуются. Сейчас посмотрим, какая будет реакция зрителей, когда синий, видите, она другая реакция, поэтому это Султанова сейчас есть шанс. Как у нас говорят борцы, это как бы клинч, стандартное положение. Мы работаем над этим очень много. Те, кто работает, они практически 95% переводят с этого положения, кто берет захват. Поэтому я думаю, что сейчас будет очень интересный момент, хотя Джумал здорово это делает. Конечно, сейчас надо Лебедеву рисковать здесь, попытаться освободить захват. Вот все положения, но борьба на заканчивается, они должны зафиксировать. Видите, вот сейчас положение обоюдно. Если Джумал выйдет назад, должен перенести. Видите, Лебедев очень здорово ушел здесь. Очень здорово ушел, почувствовал положение. Опять Джумала. Очень надо рисковать. Осталось буквально 20 секунд, 15. Если сейчас уйдет захвата Лебедев, то все, практически очень сложно сейчас. Будет угрозы. Вот Лебедев грамотно за голову взял. Будет рисковать. Нельзя здесь. Все. Как бы победа Лебедева была тут в этой ситуации была предсказуемой, потому что Джумал ошибся в захвате ноги. Поэтому вот мы работаем над этим, много с ребятами говорим, много на эту тему. Очень много работаем, и мы все равно делаем эти ошибки. Это тот толстый ворот, спортсмены оба, чемпион мира, чемпион Европы оба, но и делают вот такие ошибки в финальных встречах. Это просто обидно. Обидно, что был шанс, очень был большой шанс, как бы, выиграть, поэтому, но Виктор очень здорово почувствовал это положение. Два раза был на грани, проигрыша там, и освободился, и удержал преимущество.
залом будет у вас победа дома, я думаю, наверное, с болельщиком. Ну, тренеры пытаются оспорить ситуацию. Поэтому, я думаю, сейчас даже просмотра не будет. Поэтому руку подняли, что по правилам просмотра не будет. Ну, поздравили Виктора Лебедева. Наши тренеры Тейсковские, как бы, с победой. Поэтому, я думаю, что заслуженно победил. Заслуженно победил. И этот парень, конечно, у нас сегодня первый номер, бесспорный. Ну, сегодня праздник будет ликвидный, потому что весь чемпионат России практически сюда приехал, чтобы Витя победил здесь. Поэтому, я думаю, закономерный успех тренера. Очень грамотно подошел по функциональной подготовке. Поэтому результат говорит сам за себя.